Юрий Николаевич Кузнецов – токарь 6-го разряда. Это очень высокая квалификация. Он пошел по стопам своего отца – станочника. Отец у меня работал в нефтеразведочной экспедиции. Он работал станочником, делал детали на буровые. Ну и как-то меня заинтересовало это. Приходил к нему в цех, интересовался, смотрел. И в итоге самому захотелось стать станочником. Вот уже 45 лет Юрий Николаевич трудится в механическом цехе одного из структурных подразделений опытно-экспериментального центра газовой промышленности Института ВНИГАЗ. Раньше мы делали продукцию на этом опытном заводе, которая шла у нас на север, газовым месторождением. Сейчас механический цех выполняет производственные задания по заказам научных подразделений «Газпрома» для создания экспериментальных стендов. И работу токаря здесь можно сравнить с ювелиром. Ведь мастеру своего дела нужно точно по чертежу нарезать из металлической болванки заданную деталь. Токарь – интересная работа. Она, ты делаешь деталь, которую приятно посмотреть, она куда-то идет, к какому-то станку, к какому-то механизму. Ну, как еще сказать? Это же замечательно. Сделать своими руками что-то. Свой опыт Юрий Николаевич передает другим рабочим. Бывают такие случаи в обработке, когда надо совет более старшего специалиста, который уже какое-то время с большим опытом уже. Токарь высшего разряда Юрий Николаевич Кузнецов уже на пенсии, но свою любимую работу не спешит бросать. Ждет молодого ученика, которому хочет передать опыт такой важной и интересной профессии. Людмила Медведева, Владимир Бежонов, Видное ТВ.